Кражи из салонов автомобилей часто происходят из-за того, что порой сами водители проявляют беспечность, оставляя ключи в замке зажигания, а то и вовсе забывая закрыть дверь машины. В результате злоумышленники совершают кражи ценных вещей, денег и телефонов. Оставленные без присмотра автомобили, как правило, являются удобной добычей для воров, которые, пользуясь ситуацией, осуществляют свой коварный план. Дежурную часть Мирабадского района поступило сообщение о краже из автомобиля. Со слов владельца, машина была не заперта. В ходе изучения изъятых на месте отпечатков пальцев была установлена личность злоумышленника. В результате принятых оперативно-розыскных мероприятий 31 мая подозреваемый в краже был задержан сотрудниками уголовного розыска. Им оказался ранее судимый 22-летний Асылбек. В ходе беседы Асылбек рассказал о том, что сначала совершил кражи в Фергане, а потом в Ташкенте, в Чыланзарском и Мирабадском районах. Находясь в Фергане, на улице Фергана, на автостоянке у института, я украл из Матиза видеорегистратор. Потом приехал в Ташкент. Затем я похитил из автомобиля Джентра, оставленного открытым, антирадар, наушники и деньги. Потом в Чыланзарском районе я украл из Спарка антирадар, авторегистратор, телефон и деньги. Украденное продал своему знакомому Бабуру. Деньги потратил на собственные нужды. Как-то днем я зашел в парикмахерскую. Когда вышел, увидел на стоянке незапертый автомобиль. Я решил воспользоваться этим и украл из салона $3200. 31 мая утром я похитил из машины марки Nexia 3 мужскую сумку. Внутри было $600 США. На $100 я купил себе телефон. А вечером меня задержали на Бродвее. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 169 «Кража» Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Избрана мера пресечения в виде заключения по стражу. Уважаемые граждане, просим вас не оставлять свой автомобиль открытым и без присмотра. Даже если вы планируете отойти от транспортного средства всего на пару минут, закрывайте его на ключ.